Привет, меня зовут Майрон. И сегодня я расскажу вам, как я делаю филон. Вот что это такое. Вот это называется филонг. Для начала вам потребуется научиться делать 360 кик. Ну, надеюсь, вы знаете, что это такое. Если что, напомню. Это был 360 кик. Поп 360 популярный. Итак, для начала его изучаем. Учимся держать спину. Обязательно. На всех вращениях. Поднимаем плечи. Смотрим все время. Голова опережает плечо. Обязательно упражнение. Второе упражнение для 360 кика. Подпрыгнуть и подтянуть колени. Опять обратите внимание. Спина ровно, поворачиваем голову. Делаем движение. Руки работают. Здесь не раскидываем их в разные стороны. Держим груди. Ну и собственно 360 кик. Выпрыгнуть и делайте вымах. Я надеюсь, вы все успели подрастянуться и хотя бы уровень лица сможете его сделать. То есть это будет происходить так. Вы. В общем, целиком смотрим. Поднимаю плечи, толкаюсь, смотрю на вас. Окей, научившись 360, переходим к филонгу. Чем отличается филонг от 360? Тем, что появляется второй удар ногой. То есть roundhouse kick. В общем, вот что должно выйти. Крезинг кик. Итак, что нам для этого надо? Делаем мах, подтягиваем колено. Вымахнуть как можно выше. Выпрямить. Мах ногой обязательно, который пойдет удар. Очень резко вниз. Опускай. Обязательно акцент. Не сколько наверх, сколько на опускание. И в это же время поднимайте колено. В общем, смотрим, что это будет. Вот. Основные ошибки. Пытаться прыгнуть прямо в ног. Так не бывает. Сильное приседание тоже не очень так красиво. Окружайте ноги, не можете выпрыгнуть. Опускайте глаза вниз. Вот так прыгать и крутиться не получится. В общем, растягивайтесь, отрабатывайте удары, резкость, толчок, смотрите, куда бьете, еще раз. И в общем, вот прыжок. Короче, желаю удачи, продолжаем тренироваться. На этом все.